23 августа. Анатолий Легостаев, уроженец Таганрога, выпускник Ростовского художественного училища имени Грекова, родился 23 августа 1940 года. Его учителями были известные художники Кулагин и Баланова. Начало творческой деятельности молодого художника совпало с развитием художественного направления в современном искусстве 70-80-х годов прошлого столетия. Новое заключалось не столько в индивидуальных стилевых находках, сколько в общей для большинства системе своеобразного поэтического созерцания. Жизнь наших дней и образы прошлого Анатолий Семенович показывал так, словно он с глубочайшей заинтересованностью, но из некоего далека наблюдал все то, что запечатлелось на экранах его полотен. Писатель Александр Грин тоже родился 23 августа. Он яркий представитель неоромантизма, автор философско-психологических с элементами символической фантастики произведений. Начал печататься в 1906 году. Всего опубликовал около 400 произведений. Грин создал вымышленную страну, которую его почитатели назвали «Гренландия». В этой стране происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных его книг «Бегущая по волнам» и «Алые паруса». В 2000 году, к 120-летию со дня рождения Александра Грина, Союз писателей России учредил ежегодную российскую литературную премию имени Александра Грина за произведения для детей и юношества, проникнутые духом романтики и надежды. Архитектор Леонтий Бенуа – еще один именинник этого дня. Последователь историзма в архитектуре, Бенуа испытал в ранних работах влияние французского классицизма 17-18 веков. Он создавал здания в неовизантийском стиле, такие как церковь Святого Георгия в Гусь-Хрустальном, русская капелла в Дармштадте и собор Александра Невского в Варшаве. Был близок к русскому модерну, использовал приемы романской архитектуры. Для творчества Бенуа неизменно характерны четкая архитектурная композиция, продуманность художественного ансамбля, элегантность форм. Бенуа – один из создателей проекта преобразования Санкт-Петербурга. Участвовал во многих реконструкциях интерьеров и внешнего облика зданий Санкт-Петербурга. Руководил строительством Великокняжской усыпальницы в Петропавловской крепости.